Всем доброго времени суток. С вами Юра. Я включил необычную игру под названием GTA 5. Буду играть на PlayStation 4. Игру я прошел. Ну, сюжетные миссии. Игру прошел не на 100%. Вот так вот. Ну, в этом видео просто погуляю по городу. Посмотрите, как я играю в эту игру. Какие приключения меня могут ожидать за столь короткое время. Так вот, мы начинаем играть Франклина. Вот она, моя малышка. Я машину свою полностью прокачал. Ну, давайте вам покажу свой гараж. Ну, ничего особенно, прокачанный мотоцикл. О, побочное задание появилась. А, совсем рядом. Ничего страшного. Вот, кстати, вид от первого лица. Конечно, водилось мне не очень хороший. Прав у меня, к сожалению, нет. А, если были бы, конечно, бы. Так же было. Конечно, играть от первого лица, ну, неприлично. Весьма неудобно. Буду удобно играть от третьего лица. Как бы более видно обширную территорию, как бы от первого лица как бы. Ну, плохо чувствуешь машину, видишь, что по сторонам. Народ не бегает. Да, от первого лица так, конечно, не получается ездить. Я тоже и так тут врезаюсь. Какая-то музыка, пойдемся. Это очень хороший вид. Нет, пока какой-то определенной цели нет. Просто катаюсь.
Обойдемся без музыки. Это сейчас на YouTube как бы нельзя использовать. Песни, треки, знаменитости как бы на авторские права. Если будет играть какая-то музыка в игре, ну не из песни, а только тот нормально. Ну я так думаю. Попробовал. Мое первое видео по GTA 5. Ну, где просто играю. Конечно, у меня на принципе есть просто видео нарезка с Тревором. А просто небольшой сюжет был. Ну, кто-то как Тревор. Блин, Тревор, я заебался. Можно на Тревора переключиться. Кстати, он тут был неподалеку. Допустим, мне больше всего из персонажей нравится Майкл. Он чем-то напоминает Ника Белича из GTA 4. А Тревор он более какой-то больше на Кратоса чем-то напоминает. Чем-то тоже немного безбашенным. Как вы видите у Тревора, военный камуфляж вот из брюк, татуировки я набил. Тревор все хреново чувствует. Видите, казино. Не знаю, когда его откроют. Тут написано, что скоро открытие, но может с выходом какого-нибудь DLC. Я думаю, что не раньше 24 марта, как создатели GTA все-таки выйдут или обладатели такой версии. А тут у меня нет. Пока я отношусь спокойно. Больше мне нравится играть на местах. Вместе с PlayStation. Да ничего не против Xbox, но с PlayStation я более 14 лет играю. Начал играть. Еще с первой PlayStation. А серию GTA познакомился, когда играл на компьютере в GTA Vice City. Ну, когда еще в школу ходил, нет, я точно не помню, сколько это было. Я был и клубы ПК, клубы приставок. Платина, то ли 15 рублей в час, то после полки ходил, играл. Бешеные ходил. Ну вроде ешь прямо тут. И сразу захотят резко свернуть. Какие-то более неадекватные ребята. Неудачно. Машина вот
Шевра крепкая, как вы видите. Конечно, я ее прокачал специальные брони, каркас безопасности. Но все равно, если очень хорошо врезаться, то вот это вот проломить подолось, что увидеть. Такие все там линзы, вот такой вот от очков. Что самое интересное, когда заходишь в новую машину, залазишь, да, вот в каждом все полный бензобак. Но если прострелить бензобак, также включить в первом лице, то можно заметить, что на панели с прибором видно, что как. Coyote, 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 definitely a coyote. Ну, топливо заканчивается в базе. Ну, машина просто плохо. Надо забраться с аэропорта, вот. Мой потребитель. Вот так вот. Ну, давайте продолжим в следующем видеоролике. Спасибо за просмотр.